Всем привет! Продолжаем гулять по Петербургу. Сегодня 2 сентября 2018 года, 17:00. Вот на итальянский, совершенно случайно, бродил как-то и увидел нормального саксофониста вместе с гитарой, гитариста был рядом, которые просто играли. Это так здорово было, просто... просто шикарно. Гуляли, смотрели на то, что нас окружает. Люди ходят. Народу, кстати, очень много. На удивление. Саксофонист вместе с гитаристом играл. А что не поиграть, да? Это было здорово. Были слышны какие-то голоса певиц, которые, видимо, недалеко отсюда репетировали. Пошли в садик. Ну, помните, в садик, где Пушкин стоит. Я, кстати, там... Ну, в общем, да. Хороший садик. Нормально, там была неплохая кофейня. Но сейчас уже нет, конечно. Сейчас время идет. А вот Пушкин, он, как всегда, на нем голуби. Народ ходит. Китайцев много, да. Китайцы есть. Действительно, собачка какая-то пробежала. Вот русский музей. Одинокий продавец мороженого. Люди ходят. Есть автобусы. Народ только вышел. 5 часов еще, оказывается, пускают в музей. Я даже не знал. Ну, такие дела. Вроде гуляем, настроение неплохое. До этого зашли в кафе, немножко выпили. Ну, а что там, пить вино и не сдаваться. О, Петр с Екатериной, по всей видимости. А вот и Пушкин, Никушина, стоит. И постоянно на нем какие-то, понимаешь, голуби. Это просто удивляет. И я офигеваю. Всегда голуби. Вот, ну, на итальянский тут немножко прошлись, куча различных театров, постоянные машины, здесь паркуются, ходят, народ, ведь скоро будет спектакль, поэтому все кучкуются, вот, кафухи разные открыты, о, на пешеходную вышли, вон Екатерина торчит, видишь, вот, дети, которые сидят. Кафе много. О, была наш фотограф. О, а вот эта кошка. Я помню, к нам приехали наши приятели. Она была немка. И она никак не могла попасть туда монеткой. Она накинула для того, чтобы монетка легла вот на эту приступку. И тогда как бы будет все хорошо. А вот мальчик, который долбит голову кого-то там. Вот. Народ гуляет, сидит, читает. Кстати, ну вот Шкалдак наш на стене сидит. Одинокий такой, грустный. Что-то никто к нему копейки не кидает. Фонтанчики. Я только сегодня узнал, что, оказывается, вот по количеству таких ступенек можно узнать, сколько времени. Фонтанчики были время на 17 часов. На самом деле было 17:30. Вот. Ну, уж люди крутят этот шарик. Вот там ангелы. Бедная собака. Человек-собака. Ангелы. Ну, вот. Ну, что там? Ну, да, действительно, ангелы. А что там? Стоят. Елисеевский. Мужик длинный. Чемоданом. Раньше он стоял. Канал Грибоедова сейчас перевесился сюда. Предлагает посмотреть записочку. Кинешь там 100 рублей, тебе записку дадут. Невский проспект. Практически пустой. Народ ходит у Катиного сада. Рисует на каких-то картинках. Там вот за этими двумя людьми, которые стоят, рассматривают. Сидят два художника или продавца, которые просто играют в шахматы, а в это время Екатерина смотрит.
Екатерина смотрит, а народ играет в шахматы. Ты видишь, так нормально, да, сидит. Хорошо, в это время какой-то мужик, тоже какой-то компьютер, музыку сочиняет. Здесь художник стоит, рисует, продает свои картины. Колоритный такой дядька. Действительно, по факту рисует картины. Это радует. Вот мы ждем автобуса или троллейбуса. Сейчас сядем, поедем в сторону Стокмана. У нас там дела. Вот едем на троллейбусе. Вот наш Невский. Ну, кто не знает, вот такие дома у нас. Машины ездят. Анечков мост. Дом художника, который отреставрировали. Точнее, не художника. Ну, в общем, дом чего-то там, журналистов, наверное, так называется. Вот Невский проспект. Троллейбус. Где, кстати, объявление на иностранном языке, что очень удивляет. Ну и радует, потому что, слава богу, недавно объяснял португальцам, когда ехать до метро. Объяснил, это радует. Ну вот и, собственно говоря, конечная наша остановка. Площадь Восстания. Все, всем пока, всем привет. Вот показал вам, что творится в нашем городе 2 сентября 2018 года. Пока-пока, бай-бай.